В декабре традиционно начинается праздничный ажиотаж. Люди выбирают подарки, хотят реализовать задуманное, воплотить мечты. Наступает время не копить, а тратить. Но если своих средств в данный момент не хватает, может помочь потребительский кредит. Важно только правильно рассчитать возможности. В эти предновогодние дни Сбербанк проводит акцию по потребительскому кредитованию. Поскольку в этот период традиционно спрос на потребительское кредитование достаточно высок, и теперь наши клиенты могут получить кредиты еще и с комфортной ставкой. Каждый из нас в определенный момент выбирает, брать или не брать кредит. Поэтому, чтобы определиться в этом точно, мы приглашаем вас посетить наши офисы, получить консультацию у менеджеров банка. Вы сможете точно рассчитать и воплотить желаемое. Чаще всего приморцы берут кредиты на товары, чья стоимость зависит от курса валют. Путешествия, торжества. Эксперты рекомендуют брать ровно ту сумму, которая необходима, не больше, и на комфортный срок. Есть общее простое правило. Сумма ежемесячных выплат по кредиту не должна превышать трети вашего бюджета. Я пришла оформить кредит на покупку бытовой техники, потому что сейчас в крупных магазинах есть большие скидки, черная пятница, и почти в 2 раза дешевле можно приобрести товар. Это гораздо выгоднее приобрести его, взяв кредит, нежели покупать его потом, когда акция закончится. И также я планирую закрыть кредит досрочно. Кредит дает возможность реализовать идею в нужный момент, постепенно рассчитываясь с банком. Если вы решили взять в кредит крупную сумму, не забывайте про страховку. Она позволит обезопасить себя от непредвиденных рисков. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.